Всем привет, друзья! С вами Антон Фишер, вы находитесь на канале Let's Play Man. Я продолжаю играть в Транзистор, и я стою как раз перед очередной дверью, перед очередным входом. Посмотрим, куда он ведет. Сообщение. Терминал OVC. Добро пожаловать, Ред. Отправлено несколько минут назад с верхнего этажа Бракетт Тауэрс. Личное сообщение от Кендрелла Эшера. Ну, Эшер Кендрелл, да. От Камераты. Так, у меня еще не было возможности представиться. Меня зовут Эшер. Но ты пришла к Гранту. Хорошо. Я бы открыл тебе путь, но так уж вышло, что мы здесь заперты. Проход заблокирован. Это мера предосторожности, чтобы они не добрались до нас. Мне пора идти, я нужен Гранту. Конец личного сообщения. До скорой встречи. Встретить дружелюбно, но вряд ли. Так, точка. Точка доступа. Окей. Так, восстановление будет через одну точку доступа. Чтобы тогда такое поставить на время. Ага-ха. Так, если я поставлю вторым слотом, то я создам пакет, урон пакета, стоимость планирования, радиус взрыва пакета. Окей. Кстати, неплохо бьет. А если я поставлю сюда в крэш, он увеличит урон и будет радиус взрыва увеличиваться. Точно так. Давайте пока сделаем так. Посмотрим. Создает пакеты, взрывающиеся рикошетирующими снарядами. Так, а вот и черный ход. Но здесь, в общем-то, в черном ходу мне нечего делать. Как бы я могу, конечно... Что я хотел сказать-то? Забыл. Пройти всякие эти тесты, слушайте, ну, я не буду ваше внимание отвлекать на это и ваше время, тем более, это, они ничего не дают, просто ради развлечения. Ну, там немножко опыта, да, и все, поэтому пройду в свободное время. Так, личное сообщение от Камерата опять, от Эшера Кендрелла. Когда меняется все, не меняется ничего. Это постулат Камераты, это наша миссия. Мы любим наш город таким, какой он есть. Мы не хотели наблюдать за тем, как он приходит в упадок, просто потому, что кому-то не понравился цвет неба. Все, что мы делали и все, что делаем сейчас, все это для Клаудбанка. Конец личного сообщения. Лжец. Назови хоть одну причину, по которой должен тебе поверить. Блок технической службы. Ох ты! Прикольно. Новое сообщение. Они все рассказали. Сообщение для жителей Клаудбанка. Это сделали мы. Мы, Камерата, несем ответственность за непростительные преступления, совершенные против этого города и его жителей. Это формальное признание вины. Я торжественно клянусь в том, что все написанное здесь является правдой. Знаете, что я несу ответственность за ужасные поступки, направленные против города Клаудбанка. Мои сообщники Сибил Райс, Ройс Бракетт и Грант Кендрелл. Мы одни виновны во всем. И, возможно, самый ужасный наш грех состоит в том, что справедливость не восторжествует. Ведь все мы разделим один приговор. Опс. Так, точка доступа. Ага. Телепорт вернулся. Так что эту функцию я могу удалить. Поставлю jump. Сюда. Вот сюда поставлю пакеты. Урон вместе удара и радиус взрыва. Ну, слушайте, неплохо будет, наверное. Телепортироваться и взрывать чуваков. А может нет. Попытаюсь поставить сюда. Посмотрим, как повлияет на урон пассивный навык. В джаунте. Оп. Так, телепорт. Так вот. Так, так не получится. Так, осталось уничтожить немножко. Меньше половины жизни. Процесс уничтожен. Техническая служба уровень 1. Готово. Так, точка доступа. Ага. Я вот просто думаю, может быть, что-нибудь поменять? Или не стоит? Странно, но вот почему эта пассивная функция не создает статус суперпользователя? Свободен. Так, сейчас уничтожим сорняк. И дальше. Ха. Максимальный урон. The kill. Оп. Готово. Эх, скоро, скоро. Скоро 8-й уровень. Ну, я именно это хотел сказать, да. Так, идем дальше. Куда нам? Так, опять точка доступа, да? Ну, ничего нового не появилось, понятное дело. Сохраняться тоже не нужно. Вот терминал. Новое сообщение от Эшера. Воспроизвести. Процесс. Эти создания. Они нам больше не подчиняются. Они никому не подчиняются. А мы надеялись, что сможем остановить их без помощи транзистора. Как ты видишь, мы не преуспели. Хотя я думаю, что ты не собираешься просто отдать его нам. Ведь так, после всего, что мы сделали. Конец личного... Он мог бы до сих пор быть у вас. Зачем вы на меня напали? Видите, получается этот меч, да, транзистор. С помощью него можно уничтожить процесс. Но они напали на нее, и транзистор оказался у Red. И теперь они ничего не могут сделать. Так, все выше и выше. Так, надо портнуться как-то так, чтобы зацепить их всех. Дамочку со своими клонами. Эх, не очень получается, конечно, но вот... Нет, опять не то. Так, как-то нужно навести так, чтобы их долбануло обоих. Вот так вот. Так, хорошо, что я их могу обездвиживать, да? Так, процесс уничтожен. Есть. 8 уровень. Итак, 2 новых функции. Cool. Разрушение кинетическое воздействие. Подбрасывание ближайших целей с большой силой. Это эффект активного слота. Эффект в слоте улучшения, увеличение кинетического воздействия или продолжительности эффектов большинства функций. Пассивный слот, нанесение урона целям при контакте с ними во время хода. Хм. Неплохая штучка. Правда, стоит 4. Шкалы, да, можно так сказать. И пуч. Или пердж, как правильно, не знаю. Разрушение. Создание паразита, который находит цель и разрушает ее изнутри. Хм, вот эта штучка интереснее. Так, выберем разрешение. Один пассивный слот или один слот улучшения. Давайте откроем пассивный слот. И еще один из... ограничителей. Ну, бонус добавляет 2%, либо клетки возрождаются в виде процесса значительно быстрее, либо при уничтожении процесса иногда создают 2 клетки. Ну, давайте выберем этот, я все равно не буду ставить. Это слишком избыточные ограничения, которые мне просто не нужны. Максимилиас Дарзи. Ага. Специалист по дизайну. Уже не специалист. Так. Что такое поставить? Слушайте. Ну вот если, допустим, я поставлю вот эту функцию, да? В пассивный слот. Либо поставлю сюда. Это будет урон на расстоянии. И вот этот навык Purge я поставлю, допустим, в пассивный слот. Тогда у меня будет автоматический ответный удар, урон 10, дальность атаки 650. Ну, это как-то маловато, слушайте. Можно поставить либо паразиты. Урон в течение времени 40 за 2 секунды, замедление цели. Хм. Ну, конечно, у меня есть кое-какие сомнения по этому поводу. А если поставить сюда спарк пассивкой, паразиты перч, урон, да. За 1,5 секунды 60, замедление цели 70, и их будет зато 2 паразита. И они будут замедлять цель. За стоимость планирования всего 20. Кстати, неплохая штука, да? Отражающий экран можно поставить. Давайте поставим отражающий экран. Фиг с ним. Пока ничего не могу придумать. Что-то новое. А вот и новое сообщение. Обход экрана безопасности 1 из 2. Авторизация. Доступ разрешен. На другой стороне башни должен быть еще один такой же. Окей. Погнали. Так, видите? Один открыт. Новое сообщение. В этом не было ничего личного. Ты была ценным и специально отобранным ресурсом, уникум. Но один из многих. Нам нужна была только твоя точка зрения, чтобы дать людям то, чего они хотели, сами того не зная. Это все, что нам было нужно, все, чего хотел добиться Грант. Все остальное было второстепенно. Разве могли всего 4 человека сделать что-то правильное в этом городе, прислушиваясь только к своему мнению? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Он сейчас у тебя, в твоих руках. Грант боится показаться. Наверное. Так, архивная служба. Сохранимся. Посмотрим, опробуем сейчас паразитов в действии. Так, допустим, сначала... Эх, жаль, потрачу. Но что делать? Ой-ой-ой. А, защитный экран, понял. Вообще легко. Защитный экран. Классная штука. Тут не поспоришь. Так, здесь точка доступа, ну, в ней смысла нет. Здесь, наверное, собрано все грязное белье Камераты. Ну да. Далеко-то нельзя его. Эх, попробую уничтожить сначала помощников. Свободен. Еще одно сообщение. Для убийцы Грант кажется слишком правильным. Грант сейчас не может говорить, он нездоров. Послушай, я делаю для него все, что могу. Я знаю, что время еще есть. Но дело в том, что с тех пор, как транзистор попал к тебе, он стал сам не свой. Я думаю, ты все поймешь, когда его увидишь. Когда я доберусь до вас, тебе придется рассказать мне все, чтобы получить мою помощь. Ага, теперь мы им нужны, чтобы они смогли исправить свою ошибку. Так, куда теперь? Наверх. Так, комната отдыха. Уровень изоляции 100%. Pretend I'm not here. Just hurry back. Типа уборной. Смотри, как бы меч не сперли. Good. Good. We're on the top level. Oldest archives. Ага. Очередная битва. Офигеть. Где щит? Сейчас сдохну. Свободен, дядя. Ну или кто это там? Так, посмотрим, что здесь можно найти. Ну ё-моё, очередная битва. О, как вы мне дороги. Свободен. Скорострел. Не очень хорошее название. Скорострел. Это у меня ассоциируется больше с мужской несостоятельностью. Ага, обход экрана безопасности 2 из 2. Окей. Большая дверь открыта. Охренеть их тут. Нормалды так. Болвана быстро убил. Скоро уже и 9 уровень, как-то быстро, слушайте, так получается сейчас их убивать. Ну ладно, забыли об этом. Момент истины. Идем наверх. Ну да, город обречен. Все равно нужно валить. Так, а вот здесь я закончу. Я думаю, финальные там уже эти все процессы, все битвы будут в следующем выпуске. Но с вами я прощаюсь. До следующего выпуска. Всем удачи. Всем пока.